солнышко, я очень рада видеть тебя на своем канале. И ура, в Токио вышел новый набор мебели, который называется «Пятизвездочный отель». Но самое главное, что с этим набором нам добавили трехэтажный домик, который мы можем теперь обустраивать, представляете? Так что в этом видео я хочу сделать обзор на новое обновление и показать, что же нам новенького добавили. А еще, кстати, цена этого набора 350 рублей на айфоне, и мне кажется, что это очень дорого. Так что посмотрим, стоит ли этот набор своих денег или все-таки нет. Ну что ж, а если вам стало интересно, то скорее заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, но мы начинаем. Итак, создаем новый трехэтажный домик. Вы только посмотрите, какой он внешне красивый. Давайте теперь зайдем внутрь на первый этаж. Вау, какие здесь роскошные двери нас встречают. С левой стороны находятся две маленькие комнаты, и одна из них для администратора. Ух ты, друзья, вы только посмотрите на этот лифт. Я не удивляюсь, что у этого отеля все 5 звезд. Ну и кроме этого, на первом этаже есть просто огромная комната с окнами в пол. Поднимаемся на второй этаж. Здесь уже начинаются номера, кстати, тут даже есть двери. Слева находится маленький номер с балконом, а вот в этих дверях должна быть ванная комната. В правой стороне тоже находится номер, но уже без балкона и с просторной ванной комнатой. На третьем этаже есть отдельная дверь для уборщицы. И, кстати, тут есть секретка, если нажать на кнопку, откроется комната для крампетов. Очень классно, что в домах в Креаторе стали тоже делать какие-то секретки. Вау, ну вы только посмотрите на этот роскошный бассейн. Тут даже есть отдельная такая ванна, в которой можно включить пузырьки. В другой стороне находится самый большой номер с балконом и ванной комнатой. Он, как я понимаю, для молодоженов, которые отправились в свадебный отпуск. Ну что, затянула я немножко с просмотром дома, давайте наконец-то уже смотреть мебель. Кстати, вы заметили, что у нас еще обновился креатор, и появилось много новых разделов. Это удобно, но теперь очень непривычно. Я постоянно ищу какие-то вещи и думаю, куда же их переместили. Ну что, давайте уже скорее начнем, и первое, что мы посмотрим, это, конечно же, обои. Как видите, их нам добавили очень много, аж 11 вариантов, и все они очень красивенькие, но больше всего мне, наверное, понравились розовые и с лебедями. Покрытие для пола добавили чуть поменьше, 7 штук, и мне, кстати, нравится, что и покрытие, и обои сделаны в таком едином стиле для отеля. Ну что, переходим теперь к мебели в раздел спальни. В кровати нам добавили одну односпальную кровать и две двухспальные. Они все очень красивые, и я просто влюбилась в эту розовую кроватку. Ну просто посмотрите, какая она королевская. Ну и, конечно, кроватка для малышей. В тумбочке нам добавили две такие базовые тумбочки, журнальный столик и также два туалетных столика. Ой, ну посмотрите, каких два прелестных ковра. Еще у нас появились три новые картины в золотых рамочках. В полке нам добавили одну базовую полочку, подвесную полку и полку с крючками. А также полку в стене и, конечно, золотой сейф. Ой, ну только посмотрите, какая прелесть в шторках. Во-первых, добавили белоснежную штору, розовую плотную шторку. Они теперь мои любимые просто. Желтая такая же. А еще добавили две шторы, которые висят на потолке. Последнее в этом разделе — это шкафы. Сюда добавили прелестнейшие тумбочки с двумя отсеками. Боже, ребят, ну вы только посмотрите на эти шкафы. Я сейчас от красоты просто расплачусь. Мне очень нравится стиль, в котором выполнена вся мебель. Ой, чуть не забыла, тут также есть переноска для вещей. Кстати, я, кажется, нашла новый баг, потому что эту тележку выбросить нельзя. Ну что, переходим в ванную комнату, и сюда нам, во-первых, добавили ванну, в которой можно включать пузырьки, а также душ и для него стеклянная стенка. Так, грязи в пятизвездочном отеле у нас точно нет, но зато есть туалет и роскошная раковина. А еще вот такое зеркало. В уходовые средства нам добавили прекрасные халатики для детей и для взрослых, а еще коробку с полотенцами. Кстати, есть отдельное полотенце, которое превращается в лебедя. Ну и, конечно, какой же отель без всяких флакончиков и мыла, которое можно открыть. Также нам добавили еще пылесос с ручкой и тележку для уборщицы. Но в ней ничего новенького. Ура, давайте теперь посмотрим кухню. В холодильнике у нас появился новый маленький холодильник, но в нем ничего нового. В гарнитурах у нас ничего нет, а в приборы добавили соковыжималку. Туда нужно закинуть какие-нибудь фрукты, и тогда у нас получится сок. А еще у нас теперь даже есть хлебница. Еще здесь есть обычный поднос, подставка для напитков, новые столовые приборы, кружки, стакан и тарелки. А также вафельница, в которой можно самому сделать вкусные вафли, и, конечно, кофемашина. В разделе еды вы только посмотрите на эту корзинку с фруктами. У меня сейчас просто потекут слюни. Какая же в этом отеле вкусная еда. Черная икра даже есть, офигеть. Ну а вот и сами ингредиенты для этих блюд. В столы нам добавили два круглых обеденных стола. Свадебный стол, в этом отеле даже можно праздновать свадьбу. Обычный круглый столик, барная стойка, ну и тележка с подносом. В стульях у нас появились три новые табуретки и один стул со спинкой. Также детский стульчик и два милых пуфика. Смотрим мой любимый раздел гостиной. В диванах появился серый диванчик и пуфик. Пуфик, кстати, у нас такой же, по-моему, похожий есть. Также лежанка для бассейна и два красивых кресла.
коробках у нас теперь есть 3 новых чемодана и такая коробочка. Для животных, к сожалению, ничего нет, а вот в этом разделе с глобусом добавили одну вещь, это лепестки в виде сердечек. Ух ты, а здесь у нас есть подиум для свадьбы, камин красивенький, колонна и вот эта штучка. В растения нам добавили 2 красивых дерева, 2 цветочка в горшках и еще вот такие растения. О, смотрите, какое освещение, огромный светильник в виде лебедя. Также тут есть гирлянда из лампочек, просто шикарная люстра, подсвечник и напольный свет. Также тут есть отдельный комплект освещения с розами, очень красивый, и такой же белого цвета. Ну а также есть 2 настольных светильника и вот такой необычный светящийся шар. Ну а в разделе для праздника нам добавили вот такие украшения на потолок и, видимо, новогодние игрушки. Вот мы и перешли с вами к новому разделу с техникой. В компьютеры нам добавили повернутый компьютер и стационарный телефон. Вывески нам добавили 2 вывески с надписью «Отель» и 5 звездочек, вывеска «Выход», «Номера комнат» и «Направление в люкс», а также бумажка, которую вешают на дверь, чтобы тебе не мешали. В игрушки добавили только надувного лебедя для бассейна. В музыке теперь есть новое радио, пианино и микрофон. В разделе для рукоделия появилась машинка, которая печатает карточки с ключами. Если честно, я не поняла, для чего они. Ну а вот настоящие ключи, а также добавили еще звоночек. В разделе со спортивным инвентарем ничего нет. Еще один новый раздел, в котором все для улицы. Сюда добавили только столик с зонтиком и красивейший фонтан с лебедями. Больше, как видите, здесь ничего новенького не появилось. Ну что, пришло время подводить итоги. Я считаю, что этот набор очень полезен для тех, кто хочет создать свой отель в Токио. Да и в принципе для обычного обустройства он тоже подойдет, потому что здесь классная мебель. Мне правда она очень понравилась, особенно кровати и шкафы. Но все-таки я считаю, что 350 рублей это действительно очень много, и вам этот набор стоит покупать только если вы 100% уверены, что он вам нужен и что вы будете им пользоваться. Ну и здесь довольно классный домик, который, я думаю, подойдет для обычного обустройства тоже. В общем, поставлю этому набору все-таки 10 из 10. А вы пишите свою оценку в комментариях, мне будет очень интересно ее почитать. А еще пишите, стоит ли мне снять с этим набором обустройство. Что-то я давно их не снимала и думаю, пора возобновлять. Ну что ж, солнышко, на этом все. Большое спасибо тебе за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, а также смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Всех люблю и всем пока-пока!